Да вы горяченный. Так, я ж поэтому и пришел. Нужно тест на чуму сдавать. Ой, давайте сдадим, у вас же можно? Можно, но вам нельзя, у вас температура. Так, и что мне теперь делать? Вызовите меня на дом. А, и вы приедете? Нет, вызовов много. Я вообще что, в больницу-то пришел? Вот именно, что вы в больницу пришли? Ходите, кашляйте, создаете очереди. Температура спадет, тогда и приходите. Так я что-то не понял. В больницу теперь только может здоровым, что ли, приходить? Что за хрень? Не хрень, а система здравоохранения.